Илона Шокне. Да, здесь тоже многое зависит от попытки. От первой. Судья проверил это ядро. Ядро у женщин. Не то, что у мужчин, но тоже снаряд достаточно тяжелый. 4000 граммов. Ни грамма меньше. Кстати, Илона имеет 4-й результат в этом сезоне. 21 метр 30 сантиметров она имеет. Лучший результат. Ну, вот сейчас ее толчок был, по-моему, очень неплохой. Талисман чей-то. Кому-то он принесет счастье. Итак, сейчас на табло покажет результат спортсменки из Германской Демократической Республики. Вот там черта, отмечающая олимпийский рекорд. 20:52. I'll be back.